Случай, получается, друг моего знакомого, который служил в Джибраиле, и они были на четвертой линии. Через 3 часа, может быть, чуть больше, их четвертая линия превратилась в первую. Офицеры им говорили идти на вторую, якобы он зачислил. И как только они вытянули голову, их сразу же снесли. Артиллерии и так далее. У них из роты 80 человек осталось 40. И когда они отступали, один генерал по имени Кмитас, он остановил скорую, оттуда солдата вышвырнул и сам сказал, чтобы его везли. Потому что дроны и беспилотники, они не били гражданские объекты. Вот такая суровая правда.